Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Привет, ребята. И Тишенька, привет. Я узнал еще. Я что, узнал, что ты узнал? Что еще пили на Руси? Напиток. Ой. Он как, ну, ну, сейчас бить чего-то там, кого-то. Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Это слово «сбитень». Точно! Ну и слово, а. «Сбитень». Какое-то непонятное. Как будто кого-то бьют. Вот я его и запомнил. Нет, 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 тише. Сбитень, ребята, это такой горячий напиток, который получался, если настоять мед на воде. Мед на воде. Да, вот в растворенный в воде мед добавляли пряности. Потом варили, а потом пили и теплым, и холодным. Наверное, вкусная штука. Вот бы попробовать. Но у них, Тиша, был свой чай по-русски. Чай по-русски? Да. Не понимаю, это как? Тиша, известно, что на Руси пили свой чай. Назывался он Иван-чай. И готовили его из растения, которое называлось кипрей. Ну, а если готовили из травы, получается это травяной чай? Да, да, травяной. Напиток именно из этой травы по вкусу очень напоминает современный чай. И очень целебный, ребята. Сколько есть вкусных напитков, кроме чая? И это еще не все. Пили и компоты, и напитки из коры деревьев даже. Ого! И варили кисель из ягод. Кисель. Вот бы все это попробовать, а! Так, что там пили? Сейчас повторю. Надо же запомнить. Конечно. Пили сбитень, да. Квас, морс. Из ягод. Да, это травяной чай, кисель и компоты. Кисель и компоты, верно, ты молодец, Тиша. А и ты мне... все эти напитки были вкусными, ребята, и очень полезными. А ты мне приготовишь что-нибудь? Ну, например, кисель. Да, кисель. Конечно, приготовлю. Только завтра. Теперь пришла пора смотреть с ребятами мультфильм. Баю-баюшки, ребята. Баю-баюшки, мальчики и девочки. Остров Робинзона Круза. Крушение. Совсем как Робинзон. Кто вы? Алло, привет! Я вулканическое облачко, чилийский котеночек Кот-Кот. Добро пожаловать на остров Робинзона Круза. Остров? Как мы оказались на острове? Мы же летели в Германию. И где мои друзья? Я никого, кроме тебя, не видел. Но мы можем с тобой отправиться на поиски и разыскать их. Так же, как когда-то Робинзон, оставшийся на острове один, нашел здесь себе верных друзей. Да, хорошая идея. С чего бы начал Робинзон, случись с ним такое? Наверное, шляпу сделал он, чтобы спастись от зноя. Я сомневаюсь, что моряк стал мастерить сомбреро. Да ладно, пусть все будет так, пошли искать друзьера. Бывают в жизни огорчения, проблемы вдруг со всех сторон. Не унывай, найдешь решение, как делал славный Робинзон. Сделал Робинзон, я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. Сделал Робинзон, я смогу, как он. Как он построил Робинзон, я тоже смогу, как он. А
ты знаешь, например, где какая сторона света? Пока еще нет. На востоке солнце всходит, это правая рука. Запад, солнышко заходит, это левая рука. Пред тобою будет север, позади маячит юг. Светит, греет, все находит. Солнышко, наш лучший друг. Сделала Робинзон, и я смогу, как он. Построила Робинзон, я тоже смогу, как он. Сделала Робинзон, и я смогу, как он. Построила Робинзон, я тоже смогу, как он. Как интересно! А как можно раздобыть воду? Огонь? Что можно и нельзя кушать? И вообще, как можно жить на необитаемом острове? Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. Мы пчелы рода Чикола с островов в Чили. Откуда ты, необычная пчелка? Таких, как ты, мы никогда раньше не встречали. Здравствуйте, меня зовут Жужу. Мы с друзьями путешествуем по миру в поисках чудесного Добрина-понимателя. Но попали в ураган и потеряли друг друга. Вы их не видели? Но, к сожалению, кроме тебя мы никого не встретили. Но знаем способ, как нам их найти. Улетели с нами. Мама? Я? Нет, я не черепаха, я шарик. Ух, а то я уже подумал, какая у нас странная мама. Ага, вся в каких-то картинках. Это странный. Все, что есть на земле, нарисовано на мне. Ух, как интересно! Расскажите! Да, да, расскажите. Чайка! Она хочет напасть на нас! Где же мама? Не бойтесь, малыши, я не дам вас в обиду. А ну-ка ж, ищи себе божилу в другом месте. Спасибо вам, круглый герой. Малыши, малыши, где вы? Мама, мы здесь. Ох, как я рада, что с вами все в порядке. Спасибо, что не дали черепашат в обиду. Как я могу отблагодарить вас? Пустяки, не нужно ничего. Мне бы только понять, где я оказался. Здесь, в Южной Америке. Вот это нас забросило. Мне нужно срочно разыскать своих друзей. Давайте я прокачу вас вдоль побережья. Может быть, мы встретим их? Что это было? Это что за чудище рогатое, которое нас сюда забросило? Это большой злодей. Ему не понравилось, что мы никак не можем опередить Ренату с ее друзьями и захватить Добрин-пониматель. И он думает, что сделал лучше? Теперь совсем не ясно. Нигде мы, нигде они. Не напоминайте мне об этом ужасном урагане. У меня от такого стресса аппетит разыгрался. Чувствуете, жареным чем-то запахло.